Итак, всем привет! С вами, как обычно, Илья Медведский. И я продолжаю проходить игру Тачки Новый Сезон, часть 16. Топливная лихорадка номер 5 сегодня пройдем. Ну и, возможно, еще что-то пройдем. Посмотрим сейчас. Если не ошибаюсь, это 16-я часть, да. Вот, у нас идет загрузка. Так, топливная лихорадка, инструкцию читать не будем. Два круга, два значка. Все понятно. Вот это я люблю. Ёлки-палки, блин, у меня топливо кончилось. Я знал, что все пойдет не так. Тебя надо на плакат об экономии... Не забывай заправляться! Зачем, по-твоему, эти баки тут? Давайте переиграем. Не надо на меня наезжать! Тут тебе что, парковка? Ух ты! Главная подготовка! Come on!
Разок за дамочек. Кто тут круче всех? Я! О, да! Развлечение, классный видок и... О, да, первое место! Чего же еще желать? Мы взяли что надо и доехали куда надо. Хорошо! Эффективность использования топлива, хорошо, вот. Выиграли 2 значка, давайте мы еще следующий уровень. Я не ждал, конечно, что так будет трудно, игра, ну ладно. Пройдем в следующий уровень, а... топливные характеры, да. Другие мини-игры, пойдем в следующей серии, да. Новые уровни топливных ратки в ущелье Щучий Хвост. Ничего, моя победа будет еще слаще.
Хи-ха! Кто тут круче всех? Я! Это было нетрудно. Пользуйся с умом. Эффективность использования топлива хорошо. Да, хорошо. Выиграли 2 значка. Итак, сохраняем игру. И я предлагаю завершить серию 16-го прохождения тачки Новый сезон. С вами был Илья Медведский. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ждите следующую серию. До скорого.